цена. Не понять тому, кто не бежал от местных с перебитым носом, пьяный по дворам. Всем привет! Канал «Рыболовные приключения» снова с вами. Ребята, ехал я с работы и решил, как бы время позволяет, 7 часов вечера, можно часик отвести рыбалки. Тем более удочки у меня в машине были, было немного опарыша. Так что, друзья, заскочу, расскажу, покажу, а вот сейчас поймаю. Смотрим. Ну что, друзья, мы на речке. Время 7 часов вечера. Смотрите, лодочка даже лежит какая-то деревянная. Сейчас мы на нее закарабкаемся. Ну что, думаю, где-то здесь я на поплавочную удочку попытаюсь что-нибудь поймать, рассказать, показать вам. Вот как-то так. Да, должен был показать вам, как ловить на перловку с добавлением трех компонентов. Но, ребята, не получилось у меня на выходных съездить. Появились неотложные дела. И вот как-то так. Ну, думаю, на этих выходных я наверстаю упущенное, покажу вам все, расскажу. Ну, а сегодня пока обычная поплавочная рыбалка. Смотрим. Ребята, что-то клюет. Ах, есть. Итак, друзья, первая рыбешка. Окунек. На опарыша. Ё-моё, как он заглотил. Подождите, друзья, положим. Опа, смотрите. А где крючок, дорогой? Отдай ты нам крючочек. Зачем он тебе? Вот так вот мы подергаем. И он, по идее, должен нам его отдать. Все, друзья, отдал. Мы его... Пусть плывет. Опарика поменяем. И снова ловим. Ладно, смотрим. Ребята, закинул одну удочку на опарыша, вторую на тесто. Потому что на опарыша клевал мелкий окунек. Я закинул подальше на опарыша, поближе на тесто. И вот, ребята, плотвичка. Отлично, небольшая, но берет. Уже весело. Смотрим дальше. Ну что, товарищи, на дальний заброс поладилась вот такая вот плотвичка. Но уже покрупнее на опариках. Ладно, ловим дальше. Что-то, друзья, затишье. 40 минут рыбалки, две плотвички и один окушок в самом начале выпущен. Вначале так хорошо закинул на этого опарыша окунек, потом на тесто закинул. Обычное тесто взял, муку с водой развел, закинул. Тоже есть результат. Споймал небольшую плотвичку на дальний заброс на два опарыша. Побольше плотвичка. И потом все, как обрезало. Уже минут 20 стоят поплавки. Тишина. Вот только что здесь что-то возле берега плеснулось. Наверное, или щучка, или окунь гоняет рыбу, походу, разогнал. Ладно, будем пытаться. Начало восьмого. Может, клев еще будет. Ну что, прошло 2 часа нашей рыбалки. Ребята, рыбалка была не запланирована. Плюс места мои были заняты, на которые я рассчитывал. Вроде бы среда, 7 часов вечера, но народ сидит. Такое ощущение, что все в отпусках, никто не работает. Или решили, как и я, после работы сразу на речку. Ну, друзья, не было у меня сегодня ни прикормки. Тесто обычное, тоже без добавления разных ингредиентов, компонентов. Опарыш супер здоровый, потому что уже давно в машине лежит. Вот, как-то так, друзья. Ну, я считаю, неплохо. За 2 часа сейчас покажу вам, хотя вы уже видели этих рыбок, вот 3 таких вот плотвички. Рыбу мы, конечно, сейчас отпустим, толку нам с нее мало, да и не за рыбой ехал, а ехал отдохнуть после работы. Смотрите, какие красивейшие места, речка утихла, волны нету, супер. Эх, как подумаешь, что это на работу, сразу плохо становится. Ну ничего, 2 денька, выходные. Я думаю, мы приедем. Возьмем с собой перловочку, ребята. С добавлением чего? С добавлением кофейной гущи. Ни разу не ловил, у кого не спрашивал, никто тоже не ловил. Попробуем, а авось попрет на эту приманку, на насадку. Ладно, все. Еще долгий путь домой предстоит. Ну ничего, друзья. Прорвемся, как говорится. Все, подписываемся на канал, кто не подписан. Впереди очередные увлекательные приключения. Ставим лайки, пишем грозные комментарии. Все у нас, как всегда, будет хорошо. Пока-пока, до новых встреч.
Кого-то друзья там впереди споймали. Перекрыто движение. Ё-моё, как ехать? Что-то там произошло, друзья. Ладно, приеду, сниму, покажу. А нет, друзья, никого не споймали. Просто едут негабаритные фуры. Ё-моё, сколько их там. Походу, мы здесь надолго зависли. Ладно, смотрим. Смотрите, друзья, фуры везут. Какие штукенцы. Ё-моё. Прикольно. Ого, вот это... Вот это какие-то колонны, это я понимаю. Ё-моё, чё-то они делать такое собрались. Прикольно. Только, правда, стоять не прикольно. Ну, а так прикольно. Одна, вторая. Вон, смотрите, здесь вообще какая-то хрень непонятная. Оба пацана. Не понять тому, кто не бежал от местных с перебитым носом. Пьяный по дворам нужно расстаться на. Но на время, значит, ненадолго. Может, на неделю, но точно не навсегда.